Рада приветствовать вас, мои дорогие друзья, в четвертой части видео. И начнем собирать его, нашего щенка, с мордочки. Вот, возьмем туловище и голову. И первое, что мы будем делать, это с мордочки. Но мордочку будем вначале не пришивать, а сначала мы вышьем нитью черного цвета носик и ротик щенку. Берем нить черного цвета. Вот у нас здесь верхушка, я вам уже разговаривала, когда мы вязали мордочку. Здесь у нас провязанные петли вместе. Так, уберем желтую ниточку, чтобы она нам не мешала. И вводим крючок с изнаночной стороны, то есть с внутренней стороны мордочки. Вот у нас начальная цепочка, над ней и по центру. Выводим сюда иголочку. Вот так. И теперь смотрим. Вот у нас петли провязаны вместе. Вводим сюда иголочку и выводим ее вот здесь. Вот так образуется у нас треугольничек. Стараемся так вышивать, чтобы у нас не стягивалась эта деталька. Так как если потянуть черную ниточку, то она стянется. Вот так. Поэтому стараемся ее не стягивать. И заполняем этот треугольник. Так, далее, когда заполнили, крючок вводим в нижнюю часть, туда, где мы изначально вводили иголочку, выводим приблизительно вот здесь. И делаем ротик. Можно сделать улыбку. Вот у меня здесь такая вот улыбка, видите, на мордочке. Здесь у меня более ровные стежки. Ну и, естественно, для улыбки. Сейчас мы пройдем вот эту часть. И теперь улыбка. То есть, если мы ведем вот под таким градусом, у нас будет улыбаться щенок. Если ровно, он будет более грустный. Выбираем так, как вам нужно. И делаем либо улыбку, либо какую-то другую мимику мордочки. Хотела сказать лица собачки нашей. Ну, вот так. Это немножко кривовато у меня получилось. Здесь хотелось бы поровнее. Ну, ничего. Здесь можно еще что сделать? Здесь у меня подкрашено немного. Мордочка. А можно на самой мордочке сделать вот такие вот черненькие стежки. Я думаю, что будет также симпатично смотреться. Ну вот так, мордочка готова. Теперь можно будет ее пришивать. А я пока за кадром постараюсь исправить то, что я накрутила. Итак, носик у нас вышит, готов. Теперь будем пришивать мордочку к туловищу собачки. Возьмем дополнительно такие иголочки, чтобы прикрепить, чтобы в процессе, когда мы будем пришивать ее, чтобы она у нас не сильно не шевелилась, то есть не ходила в разные стороны. Вот так. И сюда немножко нужно будет наполнителя. То есть будем пришивать и уже в самом конце, чтобы
он у нас не шел за иголочкой, наполнитель, мы будем его добавлять уже в конце, практически тогда, когда будет мордочка пришита. Я заполнила наполнителем. Ну, так, видите, вот не совсем у меня такой плотненький, чтобы можно было вот придать вот такую форму. Если будет сильно плотный, то такую форму вы уже не придадите. Поэтому не сильно заполняйте. Заканчиваем пришивать. То есть это отверстие, которое мы оставили для того, чтобы наполнить, мы его теперь зашиваем. Ниточку проводим сквозь туловище. Обрезаем. И вот уже мордочка пришита. Уже что-то у нас такое появляется, похожее на собаку. Теперь давайте пришьем глазки. Смотрите, каким образом у меня пришиты глазки. Вот они на этом расстоянии. То есть можно взять вот так вот, вот эти вот булавочки, иголочки и померить, где вы хотите, чтобы были глазки. Глазки у нас пришиты. Что теперь хочется? Давайте сделаем такой шаг. Мы сейчас пришьем ушки. Да, так уже получится у нас. Вот уже вырисовывается мордаха. Симпатичная. Сейчас я вдену ниточку в иголочку и вернусь к вам. И смотрим, где покрасивее будет смотреться ушко. Здесь можно выбрать вот пониже. Можно выбрать повыше на один ряд. Уже как вам больше нравится. Здесь вот у меня выбрано повыше. Вот. Где-то вот у меня вот здесь получается пришит. Также я сделаю и здесь вот так будет смотреться ушко. Тут еще беретик, если захотите связать беретик. Ну вот, вот так. Потом пришиваем ушко. Получается у нас
Вот центр, это вот один ряд, вот это 2, 3, 4, 5, и вот где шестой круговой ряд, вот здесь мы пришиваем ушко. Вот, ушко пришито, закрепим ниточку. И аналогично пришьем второе ушко. Второе ушко будем пришивать самостоятельно. Я думаю, что это вам большого труда не составит, поэтому я думаю, что все получится. Итак, вот я говорила, шестой ряд, и здесь пришиваем. И симметрично пришивается второе ушко. Ушки пришиты. Следующий шаг. Теперь пришьем ручки. И смотрим так, чтобы у нас здесь было по центру. Вкалываем иголочку и выводим с другой стороны. Здесь прикрепляем вторую ручку. Вот у нас связано и без ниточки. Снова проводим иголочкой через туловище. Вот так. И еще назад. И еще можно один раз. Там же смотрите, если вы видите, что хорошо прикреплены, на ваше усмотрение. Вот. Таким образом пришиты у нас уже ручки. Снова выводим ниточку. Обрезаем. Следующий шаг. Будем пришивать ручки. Сейчас я сниму шортики. Вот так пришиты ножки. Видите? Вот. Поэтому я и говорила, чтобы здесь вверху не было сильно наполнено наполнителем, чтобы более слабо было. Чтобы они вот здесь вот у нас легли к туловищу хорошо. С одной стороны сейчас пришьем и с другой. Итак, смотрим, где мы будем пришивать ножки. То есть нижние лапки. Правильно говорить, у собаки лапы. Вот видите, здесь мы вот вязали ровно, а здесь мы начали убавлять. И вот над убавлением мы будем пришивать. Вот, где заканчивается ровное вязание и начинается убавление. Вот отмечаем, вот с этой стороны. Вот. И сюда будем пришивать лапки.
Я думаю, вам понятно, потому что не совсем все-таки получается. Надо натренироваться перед камерой шить. Это сейчас делать не будем. Придется, видите, распустить. Так как я сделала чуть-чуть вот сюда вперед их. А нужно вот сделать их здесь. Итак, я распускаю и пришиваем правильно. Я не буду переписывать этот кусочек, потому что, чтобы вы видели, что как неправильно пришить можно. Я беру другую лапку и прикладываю. Если ручку поднять, наверное, будет более видно. Вот так. Сейчас я приколю немножко булавочкой, чтобы она не ерзалась. И вот теперь можно пришивать. Видите, получилось так, что я даже не выключила камеру. Все у нас почти в прямом эфире получилось. Вот видите, теперь она у меня под верхней лапкой, и это правильно. Лапка пришита, закрепляем ее еще и аналогично пришиваем вторую нижнюю лапку. Ниточку мы спрячем, проходя сквозь туловище. И аналогично пришьем вторую лапку. Лапка вторая пришита, и теперь один очень важный момент. Вот сейчас у нас получилась собака раскоряка. Для того, чтобы ножки у него были более сведены, вот так, чтобы он мог стоять. У меня он стоит, сейчас попробую. После того, как я его, конечно, здесь колбасила, он у меня может уже не стоять. Не хочет, наверное. Ну, пожалуйста, желток. Ой, и падает. Ну, в общем, он, в принципе, стоит. Нужно его хорошо сейчас расправить, и стоит. Лучше всего стоит он, когда одеты шорты. То есть, если будем вязать шорты, то есть вы будете вязать шорты, я буду однозначно вязать, потому что я считаю, что если он желтый, и желток это связано с яйцо, яичница, то есть должен быть обязательно что-то и белый аксессуар. Поэтому у меня вот так и получился он в белом берете и в шортиках. Я немножко отвлеклась. Значит, для того, чтобы ножки были более сведены, нужно будет пройтись, вот видите, у меня здесь прикреплено ниточкой. И что я делаю? Я вот не обрываю ниточку, вот ее здесь ввожу, вывожу сюда, вернее, иголочку, и теперь подхвачу вот здесь на ножке. Приблизительно такой же вот расстояние, как и ввела иголочку на толще, так вот с ножкой. Вот. Ведь она уже больше прилегает к туловищу. И также с этой стороны. И уже будет более сведены лапки желтка собаки. Вот так. И так хорошенечко прикрепить, чтобы ниточка не расслаблялась. Вот. Видите, вот у него уже вот такие лапки. Я думаю, что у вас получится намного аккуратнее.
так как вы вяжете более ближе, чем я на далеком расстоянии. Вот сколько вяжу, все равно никак не могу к этому привыкнуть. Да и зрение уже как-то не такое, как у вас, молодых, красивых. Так, пришили. Ой, как смотрите, как уши уже веселый, такой веселый получился желток. Да, можно немножко и ниже. Ну, я думаю, что оденутся шортики и все это потом исправится. Что у нас еще? То, что мы обычно забываем, сколько вяжу. В последнюю очередь у меня получается хвостик. И вот он хвостик. И сейчас мы его пришьем. Мы выберем, где здесь у нас будет хвостик. Вот. Ну, скажем, вот здесь. Вот так. И пришиваем хвостик, какой вы выбрали. Я в этот раз, здесь у меня коротенький, я взяла подлиннее. То есть этот щеночек у меня будет с более длинным хвостиком. Пришиваем хвостик там, где у нас вот широкая сторона. Хвостик у нас пришит. Вот так вот у меня получился хвостик. Я надеюсь, что у вас также получился красивый хвостик. И теперь давайте будем пришивать бровки. Вот именно эти бровки, видите, они дают совершенно другое выражение. Морды собачки. Мы вязали с вами бровки. Может быть, кто-то не хочет пришивать бровки. Пусть сделаете вы так, как вам нравится. Не обязательно повторять за мной. Это моя идея. А вы уже можете немножко ее изменить и воплотить так, как нравится вам. Итак, пришиваем бровки. И смотрим, как нам хочется, чтобы они были. Так тянется не очень хорошо. Ниточка. Вот так делаем, чтобы они были не плоские, а так вот немножко выпуклые. Потому что если мы плотно пришьем, то бровки получатся плоские. Потеряют эффект. Вот так. Пришиваем и, пришив одну бровку, пришиваем и другую. Но здесь немножко надо будет посмотреть, потому что можно пришить либо две на лицо бровки, либо две изнанки. Вот здесь я пришиваю с изнаночной стороны. Ну, изнаночная, вот это вот у меня вверх идет. Значит, и здесь должна быть изнаночная. Вот это вот лицевая, там где, вот видите, косичка видна. Вот видна косичка, это с лицевой стороны вязания. Я пришиваю с изнаночной, то есть изнаночная у меня получается на лицо. Ну, вот так, вторую бровку также пришиваем. Бровки пришиты. И теперь, так, чтобы были такие, вот видите, более живые глазки. Видите, я сделала немножко так вот белой ниточкой. Такие вот небольшие стежки. И получились они более живые. То есть такие блики. Давайте я покажу, как я делала. И сделаем и этой собачке. Берем нить белого цвета. И вот ее выводим здесь вот под глазиком. Сейчас так, чтобы у меня вышло вот так. Вот. Ну, а ниточку либо узелочек, либо можно вот так вошла ниточка. А здесь такой вот еще кусочек остается. Она не должна вытянуться. И делаем такие блики, которые нужно. Ну, вот приблизительно вот так. Теперь выходим возле следующего глазика. Видите, как получается? Так, если ниточка тоненькая у вас, беленькая, недостаточно вам, вы хотите сделать более так, чтобы выразительнее было, то можно пройтись еще несколько стежочков. Вот так вот взять назад еще.
Если достаточно, то выводите ниточку и закрепляйте. Вот видите, она уже стала более такая вот живым взглядом. Ну, я думаю, здесь по одной ниточке достаточно. Ниточка довольно толстая, поэтому я возвращаюсь назад и буду делать ее в один стежок. Ну и ниточку здесь немного закрепим. Так, пройдем. Еще можно, вот у меня такие тени, я уже показывала, вы видели, я ими делала эти щечки мишкам. Ну, можно немножко затемнить вот так бровки, чуть-чуть сделать так, такой вот оттеночек им. Либо это можно делать акриловыми красками, так чтобы оно было надолго. Ну а здесь либо вы делали, как я предлагала. Сейчас найду, где у меня здесь мурточка. Вот. Вот такими точечками черными можно сделать. Я думаю, что симпатично будет смотреться. Либо так, как вот у него этого желтка. Он уже мне, правда, такой походный был желток. Его уже крестница у меня потягала немножко. Помочила. Вот. Поэтому можно сделать не блики вот эти вот черненькие, типа усики собачки, а вот таким образом можно затемнить мордаху, придать ей такой более живой вид. Ну что ж, наша собака готова. Осталось нам ее одеть. Поэтому, кто будет одевать собачку, я думаю, что очень было бы даже неплохо. Я вас буду ждать в пятой части видео. До встречи!